Орангутанги – вегетарианцы. Только это не делает их беззащитными. Когда наглая макака решила умыкнуть банан прямо изо рта огромной рыжей обезьяны, ей сразу преподали урок – так делать не стоит. По крайней мере, если хочешь остаться с головой. Орангутанг одним резким движением буквально вдавил нахальную макаку в пол, после чего удерживал ее в таком положении, надавливая на хребет и шею. Но если ты думаешь, что орангутанги – сильные бойцы только против менее крупных созданий, то ошибаешься. Это одно из самых трогательных и при этом крутых видео с участием обезьян, которые когда-либо были сняты. Многотонная строительная техника занимается вырубкой древних джунглей, которые были домом для тысяч видов живых существ. Остался он, одинокий боец, который решил выйти на безнадежный бой. Примат не только не боится огромного экскаватора, но и атакует его. Обрати внимание, он не носится по округе и не пытается нанести вред людям. Он не нападает на людей. Зиана вышла на безнадежный бой с многотонной техникой и принялась лупить ее без шанса на успех. На фоне огромной машины животное выглядит таким маленьким, и тем круче его смелость. Орангутанга не напугали ни шум, ни попытки его спугнуть и прогнать в лес. Он вышел дать отпор чудовищу, которое отняло у него дом, даже без надежды на успех. Вероятно, животное просто не могло поступить иначе.